В конце ноября депутат Ирина Белых взяла на свой депутатский контроль обращение граждан, которые обеспокоены криминальной обстановкой, сложившейся в левобережном районе города Москвы, вокруг квартир одиноких пенсионеров. В частности, в настоящее время наиболее остро стоит вопрос о защите Татьяны Уткиной, которая стала жертвой мошенников, лишилась квартиры и чуть было не была вывезена в неизвестном направлении посторонними лицами на машинах с молдавскими номерами. Благодаря общественному резонансу, помощи СМИ, обращению депутата фракции «Единая Россия» к начальнику ГУ МВД России по Москве Анатолию Якунину и прокурору Москвы Сергею Кудинееву удалось приостановить выселение из квартиры пенсионерки и возбудить проверку по факту. Вот как прокомментировала сложившуюся ситуацию на сегодняшний момент одна из участниц инициативной группы по защите пенсионеров от черных риэлторов Елена Грызунова. У нас сложилась ситуация, соседку инвалида второй группы, группа мошенников оставила без жилья. Практически хотела выселить из квартиры, в которой она родилась. Квартира теперь ей не принадлежит. Мы обратились к депутату Государственной Думы Ирине Белых, и она помогла нам в данной ситуации, то есть она отправила депутатские запросы, и только благодаря ее содействию в данной ситуации завели уголовное дело. Из прокуратуры пришел ответ, что уголовное дело с такой формулировкой, уголовное дело заведено благодаря общественному резонансу. То есть у нас возник вопрос, если бы не было общественного резонанса, то нашу бы бабушку инвалида второй группы выселили на улицу, или как это дело бы обстояло? И группа соседей очень благодарна нашему депутату за данное содействие. Мы надеемся, что и в дальнейшем Ирина Белых будет держать данную ситуацию под своим контролем. И бабушка останется собственником своей квартиры, в которой она родилась, и люди, которые это совершили, будут наказаны.